Зачем вообще нужно обращаться в нотариальную контору? Во-первых, при заключении некоторых документов нотариальное заверение, согласно букве закона, критерий обязательный. Чистота и надежность здесь гарантирована, ведь деятельность нотариуса направлена на защиту прав и интересов людей. В случаях, когда участие нотариуса, кажется, не требуется, лучше все-таки обратиться за помощью, хотя бы для того, чтобы в будущем избежать возможных рисков и ошибок. Только нотариус даст исчерпывающую консультацию по правовым последствиям совершения нотариального действия. Ибо нотариус совершает нотариальные действия, только предусмотренные законодательством. У нас законно. Нотариус беспристрастен. Он не на чьей стороне. Он на стороне закона. Жительница Московского района Бреста Надежда Лукашок узнала о проводимой акции по бесплатному консультированию средств массовой информации. Предварительно записавшись на прием, пришла, чтобы правильно оформить дарственную. Такая же благотворительная услуга была оказана к Дню пожилых людей, который проводился у нас в Московском районе 1 октября. Очень довольна качеством проведения консультации. По моим вопросам лично. Конечно, самыми актуальными были и остаются вопросы оформления наследства, составления завещаний и дарственных. Это практически основное дело. Также сегодня можно услышать и другие вопросы. К примеру, тема составления договора пожизненного содержания с иждивением. Гражданин, нуждающийся в уходе, должен сам выбрать лицо, которое бы могло и желало осуществлять за ним уход и его содержание. Договор может быть заключен как между чужими людьми, так и между родственниками. Отмечу, что такой договор позволяет решить многие проблемы социального обеспечения пожилых людей. Нюансы договоренности и детали сделок можно лично обсудить с нотариусом. Он профессионально и вежливо объяснит клиенту все тонкости любой юридической процедуры. Всего в Бресте работают 6 нотариальных контор, и только одна из них располагается в густонаселенном Московском районе. Дела москвичей разбирают по полочкам 4 нотариуса и 2 консультанта. К слову, контора располагается в здании Белгосстраха по адресу Московская, 273/А.